Чемпионом России по дзюдо среди ветеранов стал тагильчанин Вячеслав Рожков. В Ижевске завершился 12-й чемпионат страны по дзюдо среди мужчин от 30 до 64 лет. Среди спортсменов до 34 лет в весовой категории свыше 100 кг победу одержал наш земляк. Таким образом, Вячеслав Рожков стал двукратным чемпионом России. Первый такой титул тагильчанин завоевал в прошлом году. Теперь он сможет выступить на ветеранском чемпионате мира, который пройдет в Мексике.